Всем привет! Решил тут заснять небольшой наборчик. Приехал ко мне. Привезли, так сказать. После неудачного металлоремонта, а также нерадивого обращения на кухне. Пытались, конечно, все это выправить. Ну, в результате получилось то, что получилось, не совсем хорошо. Буду сейчас этим заниматься. Это у нас эксцент Секи Сити. Вам обвалочный, если не ошибаюсь. Еще один сделан на Секи Сити. Что-то фокус не очень ловится. Также здесь с кромкой полная беда, нарезано углов с разных сторон разные. Здесь, надеюсь, хорошо будет видно надпись получше. Эксцент. Вот не уверен в происхождении самой фирмы. Возможно, это Япония, возможно, Швеция. Не уверен. Потом Касуми. В обкладках. Здесь VG10. Он также видно, как замечательно металлоремонт затачивает превосходно. По классике все. Причем я не знаю, зачем заходить так далеко. И нарезать, конечно, грани, но зато отсвечивает очень интересно. С этим ножом его сами пытались править. Здесь в результате получилась еще одна кромка. Весь в скольчиках небольших. Но этот еще по-божески. Затем не уверен, фирма Винзер, Швейцария. Конечно, уже уточили очень сильно. Надо тоже его тут привести. Вот что значит точильные камни на кругах. Еще один для хлеба. Также Винзер, Швейцария. Вот такой наборчик. Не уверен, успею ли снять, что получилось. Так как еще мои клинки приехали. А, еще тут топорик. Такой довольно интересный. Режущая кромка и здесь, на торце и здесь. Весь в сколах. Это у нас Аркас, Испания. Это называется порубили куру. Не знаю, на чем ее рубили и как. Ну, в общем, также весьма и весьма все печально. Это вот такой набор повара. Это у нас Денис Пиков клинок. Это средний. 18 сантиметров. То, что я и заказывал. Далее небольшой. 15. И самый такой массивный поварской. Тоже, по-моему, там в районе 20. Он тут в смазке и в пыли немножко. Это уже буду заниматься. Как время будет, потом покажу, что получится. Они там еще предстоит их там немного ручки ставить, рукоятки и затачивать. Так что вот такой набор. Конечно, металлоремонт это в Сочи отдали в мастерской. Но вот так вот они это замечательно заточили. Утверждали, что они очень профессиональные заточники. Ну, это отдельная история. Всем удачи, всем пока. Не отдавайте ножи незнакомым мастерам.